Мы продолжаем. Спасибо, что остаетесь с нами. Управдом – друг человека. Именно так говорится в одном известном советском фильме. И хотя так никого уже не называют, зачастую помочь жильцам может только председатель совета дома. И поскольку на их плечи ложится огромная работа, на помощь им пришла школа управдома. О том, как она работает, в следующем сюжете. В доме проживает бабушка, которая очень плохо ходит. И нужно решить вопрос с поручнями в подъезде. У нас там кое-где в пролетах нету поручней. Управдом Евгений Лунин задает свой наболевший вопрос юристам бульдозера ЖКХ. Тут же получает ответ и полную инструкцию, как нужно поступать в той или иной ситуации. На круглый стол проекта партии «Единая Россия» пришли самые активные управляющие многоквартирных домов. Опыт подсказывает, что по проблемам в нашем совете, кто, если не мы, у нас очень тяжелый дом, пенсионеры. И поднять их на бой последний очень трудно. Поэтому приходится решать вопросы, помогать всем. Проблемы всего дома ложатся на плечи нескольких человек. И для таких активистов с июня стартовала школа управдома в рамках проекта «Бульдозер ЖКХ». Впервые участники не только слушают лекции, но и озвучивают реальные проблемы и добиваются их решения. Оказалось, что именно такой формат наиболее востребован, потому что зачастую жители домов не проявляют инициативу в деле решения общедомовых проблем. Как только возникает случай какого-то вопиющего беззакония, почему-то тот же самый собственник, который не проявлял никакого интереса к жизни дома там в прошлом году, в позапрошлом, он обращается к председателю совета дома с вопросом: «А почему ты не защищаешь нас? Почему такая ситуация произошла?» С помощью таких занятий планируется не только обучить управдомов взаимодействию с людьми, но и решить актуальные проблемы. На прошедшем круглом столе наиболее горячо обсуждали вопросы общедомовых приборов учета и тех, кто не платит за воду, недостаточно качественный ремонт и другие важные вопросы. Они видят, что вокруг них вот такие же там председатели общедомовых комитетов, такие же вот управдомы, такие люди, у которых похожие проблемы. И когда кто-то из них начинает говорить о том, что они решаемы, да, это долго, это сложно, но они решаемые, то у тех, у кого, может быть, сегодня что-то не получается, на мой взгляд, возникает какое-то хотя бы чувство надежды и уверенности, что эти проблемы будут решены. Такие встречи проходят во всех районах города. Чтобы обучиться коммунальной грамотности, необходимо обратиться по телефону 250-68-64. Анна Троегубова, Лучия Постика, Николай Чистяков. Новости ТВК.